Hey, yo, guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игру по названием Borderlands. Да, просто Borderlands, DLC, Revolutions. Robots Revolutions, World Pass у нас получается с вами. И, скорее всего, уже мы подходим к концу. Не знаю, сколько еще осталось у нас, но, по идее, это уже фаза у нас 4, да? Да, походу, это уже почти все. Только я чувствую, сейчас будет... Не беспокойся, если плащет или задирует, или порвут на части. Мы всегда сможем отправить тебя... Стоп! Сделай этого, потому что ты не робот! Ты тупой мясной мешок с костями! Отсоси! Купи аптечку, не пожалеешь. Блин, я бы купил аптечку, слушай. Мне нужно мою сначала продать, ненужные вещи. Блин. Чем я буду босса херячить? Так, подождите, модификатор класса. Что у меня по модификатор класса? Мне ж интересно. Блин, ладно, у меня повреждение в ближнем бою, но я не уверен, что я буду бить в ближнем бою. О, сундук. Но мне что-то не обязательно дайте. Ладно, погнали туда, куда мне нужно. Поэтому, да, скорее всего, это уже финально будет скоро серия у нас. Мнать там. Вы что, охерели? Не даете договорить мне? Я хотел сказать, пипец там это. Ураган. Херась тебе. Я ж туда сейчас отправляюсь, да? Блин, я не хочу сюда идти, ребят. Блин, я чувствую херовую вещь. Вы пешки корпорации. И правда думаете, что сможете остановить целую армию борцов за свободу? Сброшишься так. Рабство. Ну что ж, попытайся ощутить на себе всю мощь моей революции. Второй раунд. Вперед. Я чувствую, он закончится для меня плохо. Я вот думаю, ребят, что мне делать, если я, как бы сказать, не смогу ничего сделать. Да ладно, серьезно. Опять, что нужно сделать, чтобы наконец-то попасть в сладкое без смерти? Это постоянно в него пулять. Так, давайте заюзу сразу коррозию попытаюсь. Понял, держу в курсе. Ясно, держу в курсе. Так, что у нас там еще? Молния, да, не было? Каев. Нужно было запастись побольше, мне кажется, теперь. Тихо, я вас понял. Если он сейчас будет фул хп, идите в жопу.
серьезно. У меня денег сейчас может не хватить. У меня денег может не хватить. Слышите? Я понимаю, что я его тут зажать могу. И он мне просто ничего не сделает. Но мне роботы эти бесят. Роботы мешают. Начинается, начинается. Хорошо, допустим, такой тактикой можно это сделать. Тихо. Мне главное, чтобы мне хватило патронов. Это единственное, за что я волнуюсь сейчас. Так, тихо. Аптечка. Не-не-не, сюда, приятель. Блин, мимо. Тише, приятель. Я понимаю тебя. Придется потерпеть. Думаешь, мне... Так, тихо. Так, тихо. Так, отлично. Давай, приятель. Мне нужны патроны. Пожалуйста, только не уходи. Вот он, нет. Ну стой, блядь. Ну повернись ко мне, ты что, тупой? Like
Наконец-то. Я слышал, что вся жизнь проносится перед глазами за секунду до того, как умираешь. Это куча дерьма. Хотя... Постой. Хорошо. Вот, началось. Маленькое замечание. Вам никогда не заглушить голос свободы, говорящий выезд для открытия источников. Источник для всех. Так, а мне нужны патроны. Слышь? Да, народ. Об этом вот я говорю, что это пиздец. И что мне дальше делать? Логично понять, что у нас, если со всех DLC берется, все боссы, и на Доктор Зет был, да, вероятность того, что еще будет Доктор Зет, вот этот, монстр. Они говорят, драка, драка? Так, ладно. Ладно, не, может, скорее всего, ну, я не уверен, ладно, плевать. Будут еще магазины? По идее, да, если туда добегу. Еще выжить нужно. Пещерные люди. Да, это Джакобс. Здравствуй. А, это с вулкана ураган. Тебе не победить, пока дети революции будут сражаться против своих бывших хозяев, чтобы защитить меня. Хозяина, погоди, что-то здесь не так. Кажется, я немного путаю. Давайте. Вау. Поехали. Где, где, где? Зараза. Ну, поехали. Ну, понятно, что зомбаки. Ты серьезно? Боже. Я понимаю, куда он меня ведет. Спам. Спа-салон. Я ведь понимаю, что это не спа-салон никакой. Ладно, побежали туда, посмотрим, что там у нас. Дальше будем думать. Что делать? Если у меня патроны закончатся, вот что мне делать? Если вот у меня рели, вот патроны закончились, все. Так, там снизу еще у нас есть что-то. Фу, ну с богом. Спам. Нету злого босса. Хе. Бесплатные. Накладываем. Thank you.
Походу я нашел уязвимую точку, по сути. Главное не скатиться вниз. Тихо, не подходи ближе. Да, он даже меня достать не может. Давай. Давай. Вот черт. Тихо. Давай, наполняйся. Чуть более продолжительное маленькое замечание. Полагаю, ты сейчас серьезно ранен. Вот что я тебе скажу, дорогой. Мы всегда лишь будем тебе публично пытать. Тебе совсем не будет больно. Ребят, супер точка. А, так я сюда могу залезть и так. Ну, кто знает, знаете, вот... Блин, это херь. Выбросить. Вот. Место. Скорее всего, здесь вообще мне бы... Хотя нет, достал бы. Да, я нашел более место, где можно сидеть, чтобы он не достал своим мечом. Фу-фу-фу, включить устройство. Дробовик. Я не уверен, что мне стоит брать дробовик. Так, а что у меня по бомбам? У меня же было, да? Липучая бомба. Погнали. Можно магазин сохранения? Да не буду я в тире играть. Ой, тихо. Тихо. Если там есть патроны, я лучше патроны пособираю. Они мне пригодятся. Не, ладно, более оружие мне выносит врагов. Переживать незачем. Пришло время революции. Сколько тебе еще будет бегать и использовать любые прихоти людей? Сколько еще у нас... Ну, это, короче, то же самое. О, автоматы, все. О, это эти пришельцы. Ты одолел моего танка и победил зомби-доктора, но и не просто жалкие дети по сравнению со следующим воином. Поч? Почему? Ну и у него есть большая дырка. Короче, она убьет тебя. А, я понял, о ком он. Так, поехали патроны.
Кому нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами? Так, у меня же оно куплено, да? Если нужны лекарства, подходим и берем. Куплю, чтобы было. Все, поехали. Давайте я сразу. А, сохранилось? Сохранилось, все. И? Тут, без гробня ткани, тут. Да ё-моё, ты их попадешь по ней. Ты что, офигела? Воу-воу-воу-воу-воу! Ты реально офигела? Вау! Тихо. О, я, кажется, я потерял танк. Уц. Я надеялся, что до этого не дойдет. Хотя, кого я обманываю? Я мечтал об этом. Так сделай же это. Да здравствует! Свободная Пандора! Да здравствуй, революция! Вау. Ладно. Так, нам дают до хера сопротивление огня. 500. При включении происходит сильный взрыв. 667. Понятное дело, что вот этот будет лучше. Лады. Поехали, мой ревик. А, он не убивается, я понял. Держу в курсе. Фу-фу-фу-фу-фу. Так. Манать. Корзины. Так жалко, что я их одевать не могу. Лекарство на любой вкус. Жалко, что я их одевать не могу. Так, патроны. Револьверные. Логан SES. Технологии плюс большая емкость магазина равно моя победа. Окей. Поехали.
Welcome, Ari Badlands. О, это же первая локация, которую мы самые посещали, да? Где нас встречал робот, когда мы выходили с автобуса. А, да. Так. О, нихера он красивый. Возьму. Грабаш возьму, ладно. Так, автобус нас ждет. Привет, корпорация Харпер. Попросил доставки тебя на планету, получи, как только ты разгребешься все это дерьмо. Тебе ждут новые миры, такие как Эденб на Эденб. А, Эден 6 на Эден 6. Инок. Ниндзя-ассасин. Капрал. Если вы сделали больше одного выстрела, значит ваша пушка и Джекобс, уф. You weren't using... Джейкобс. Знаешь, я был... Знаешь, я был запрограммирован сражаться. Я также был запрограммирован изображать кавычки в воздухе. Но я вышел за эти рамки программирования, попрошай и главное, терпение. И такие как... Итак, приготовься испытать ярость. Мега-мега-техническое что-то стало. Минок. Мега инспектор ниндзя ассасинского народа. О-о-о-о! Так. Что мне делать? Я понял. Снайперку в руки. Желательно еще электрическую снайперку в руки. Почему у меня базука? Да ладно, да ладно, да ладно, ну нет. Серьезно? Окей, как мне это провернуть? Окей, Джекобс. Так. Вау. И как мне его убивать? Я понял, что в глаз только. Мне же проиграет. Куда мне идти? Зачем мне идти? Боезапасов уже почти нету. Последний вариант это куда-то спрятаться и отхерячивать его оттуда. Thank you.
Давайте отсюда гулять. Легендарный. Ой. Я так буду долго его бить. И... Вот так. Давайте отсюда его пытаться убить. Только нужно хилиться. Так, хилки. Патрон для базук у меня теперь нету. Так, кстати, у меня больше никаких нету стихийных. Едет, едет, едет он. Давай, фаст. Манать, манать, манать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Что я показался, он аж загрелся. Конечно, будет долго, но все же как-то что там. Как-то что там. Да, мне нужна помощь, что О, тихо, так больше урон наносится. Стоять, сейчас может быть и что-то сделаем. Так, стоять, молниеносная. Не, не вариант. Поближе ко мне подъехал. Не
Да. Вот так, только не очень. Блин, давай. Мне нужно вторая часть. Не хватит этого всего. Я сейчас еще побегу куда-то искать. Так, тихо. Уже, все. Пускай пока он так стоит ко мне. Давай, один из выстрелов у меня осталось. Неужели? Вот так. Прощай, странник. Так, стоять. Давай. Что такое? Все? Не, врешь! Живым не сдамся! Запомни мои слова, я уничтожу всех вас и сниму каждого скальп. Братья и сестренька, да не сдавайтесь! Продолжайте дело революции! Убейте, разрушить, уничтожить, истребить, распылить. Что со мной происходит? Я боюсь. Разум меня покидает. Я чувствую это. Разум меня покидает. Это не только со мной. Я чувствую это. Я боюсь. Привет, странник. Да, вот так все и было на самом деле. Ну, кроме той части, где эта же штучка меня кидала. Я специально все так подстроил, чтобы и дальше развлекался с домашними штуками. Все. Неужели? Все.
Поразительно, даже не верится, ты сумел одолеть восстание, спасти Пандору и восстановить доброе имя чего-то там Хариокона. К сожалению, ты также окунулся огромно на роботов, так что остался вопрос, обещать тебе награда, она тебя ожидает, приходи за ней. Окей, погнали за наградой и закончим тогда. Просто, не знаю, на последних вот это... жизни, главное, чтобы у вас была коррозийка. Все. Если у вас будет коррозия, это все решит. Так. Манать. Жесткая DLC, которую я потратил час жизни. Даже больше, может быть. Тебе что-нибудь нужно? Все, больше деталей собирать не буду, извини. Это последняя серия. Это уж последняя серия. Так. Журнал. Встретиться с... Кстати, это вообще не то. Все. Погнали, возвращаемся. На самом деле, я не думал, что я его убью, но, блин. Просто еще волновался то, что мне не хватит патронов. Ну, видите, там, допустим, и роботы не доходят, и его пули не долетают до меня. Там все так хорошо выходит. Чем ты можешь помочь сегодня? Ничем. Ах, да, твоя награда. Думаю, ты заслужил ее. Вот ключ от магазина подарков Хайперион. Так ты найдешь свое вознаграждение. Здесь, да? Где? Тукс. Вау. Продать. Да уж. Такое себе на самом деле долце. Давайте все откроем, посмотрим, что здесь. Тихо. Начнем с этого. Зелена. Фиолетовая. Ноль чего-то ценного. В основном белота. Ничего себе! Меня прокачали? Я смог прокачаться, прикиньте, сюрприз, я думал, я вообще не могу прокачаться. Ладно, в принципе, так все у нас заканчивается, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до следующих прохождений Borderlands. Всем пока.